Что, надо талончик брать, да? Так, у меня вот вопрос по карте, да? Ну, я хочу проверить сразу карту, чтобы... Ну, я возьму карту мультивалютную, да? И вы на нее возьмете доллар и попробуете мне перечислить. Ну, как только я ее получу, вот эту карту. Возьмите талончик. Так, что надо сделать? Талончик карты. Талончик карты надо. Да, удобно. Удобно ли вам разговаривать? Хорошо, мы позвоним себе. А, это мы разговариваем там. Я хотел, ну, узнал по телефону, что есть мультивалютные карты. Ну и, соответственно, хочу все зарегистрировать, да, ну вот эту карту за 50 рублей, чтобы она работала, и проверить ее сразу же на месте, горячую, что, ну, идет перечисление средств на нее. Union Pay. Да, Union Pay. Ну, мне сказали, что это не Union Pay, но я говорю, это же вроде как Union Pay, или как понять-то, вот, ну, типа, уже не идет вот это вот, да, SWIFT. А идет Union Pay, ну, система китайского образца, да? Все верно? Это у нас буквально... Вы когда звонили? Вот вчера звонил. Это у нас только буквально вот вчера, позавчера, вот в пятницу только появилась такая информация. Таких еще в нашем банке, к сожалению, нет. Еще до Бурятии еще не дошли. Именно каких? Угу. Вот типа как Union Pay, вот. У меня уверили, я как бы назвал регион, Республика Бурятия, что здесь, ну, уже, ну, все работает. Все работает, и все должно быть, ну, уже как это, двигаться. Никаких проблем типа нету вообще даже с Японией. А то мне сказали там в Тинькове, да, вот сказали, типа, мы работаем там с Южной Кореей, ну, а с Японией не работаем. Потом я перезвонил и сказал. Да, для SWIFT переводов. То есть я в одном банке, ну, так сказать, проиграл денег на этом деле, да, погорел. То есть, и мне не возместили эти деньги. Не возмещают. Ваш перевод не дошел? Да, какие-то переводы X там, я не знаю, какие, да. Ну, ну, потому что я не знаю, потому что не дают выяснить, что произошло. Ошибка, ну, зарегистрирована, все там есть на этом, на скрине. Комиссия 70 копеек.
так получается, что это будет как суп. Больше опять да, вот, такое происходит каждый раз. Только свифт-перевод вы можете делать. Свифт-перевод? Ну, не проблема. Я же не отказывался от какого-то перевода. Я просто проверка, чтобы была на месте. Организовать проверку. Ну, и я покупаю какие-то, допустим, ликвидность эту, да? Ну, доллар там, какой-то цент, еще что-то. Перечисляем его, работает, не работает. Вы как хотите перевод сделать? Я хочу, чтобы переводилось мне. То есть, ну, откуда? Хоть откуда. Ну, откуда будет там возможность. И, как бы, чтобы перевод шел. Потому что в одном банке уже произошло ну, какое-то непонятное дело, да, ситуация там, когда даже внутри не работало, то есть внутри страны. И я думаю, значит, они меня сколько времени водили за нос, да, вот с этим, то, что якобы у них все работает, а потом оказалось. В один момент все пустышку. Я немножко не понимаю вас. Вы какую валюту хотите вообще вопрос? Валюта? Ну какие? Вы же сказали, что у вас там типа конвертируется автоматически. Вот не оператор, который не вы, а оператор точки, типа нет, автоматически сказали, конвертируется. Знаете, сотрудник колл-центра, это который сидит непосредственно просто на звонках, да? Да. И отвечает сотрудникам. Тут сотрудник, который непосредственно работает с клиентами, да, и как бы у меня больше информации, да, чем. Ну, понял, но вы что тогда вы скажете? Вы мне скажите просто, в какую валюту вы хотите счет? Мне сказали, что любая валюта, которая поступает, конвертируется вообще в рубли. Это, ну ясно. Вы мне просто скажите, ну, я могу вам предложить открыть счет ТБС в рублях, в иенах, в долларах. Вы просто скажите, в какой валюте будет поступать денежные средства вам? Ну, а что, вы, если все сильно, открываете в тайваньском долларе? Нет, посмотрим. У нас таких нет. Ну, тогда давайте в обычный доллар. В долларах вы вообще хотите, да? Да. Так желательно было бы, может быть, и тайваньский доллар. Получается, они вам будут отправлять уже денежные средства по инвойсу. Свифт-коду. Да, по свифт-коду. Откуда будут отправлять? Откуда? Вот ну, вы понимаете, что Россия сейчас под санкциями? Да, я вам что и говорю, что мы сейчас проверим на месте, вообще даже хотя бы внутри тут работает или нет. Потому что у меня карта, допустим, не работала даже внутри. А вы уже сомневаетесь, собственно, в этом, что ли, банке? Ну вот у меня вот... Это же ваши денежные средства. Я-то не сомневаюсь, я-то без проблем могу вам что-то открыть. Ваши денежные средства. О, мои. А, ну, да, ну вот, они должны, значит, вы доходить. Я не буду отправлять, я, допустим, куплю вам, ну, там, сколько, там, 50 центов, допустим. Вы мне попробуйте отправить. Ну, вы же уверены, что все работает. И все, и так вот на этом, на мировую пойдем. Ну, иначе вот я не понимаю, зачем вам аккредитация тогда? Вот вам дали, да? От Центробанка аккредитацию, а у вас ничего вдруг не оказывается, не работает. Я просто не понимаю. То есть вы начинаете меня давить вопросами, которые вы должны решать. Нет, я просто я не понимаю, что вы хотите. Я хочу проверить, чтобы все было, вот, ну, я сделаю чек, я там, ну, куплю, может быть, не вам, может быть, кто-то там, ну, должен там где-то на кассе, может быть, или еще что-то проверить сразу, чтобы перечислил на эту карту. Нет, работает СИФ, не работает. Перевод это получается долларов вы, к сожалению, не сможете отправить, потому что пусть конвертируется, мне сказали, что конвертируется здесь уже на нашей российской стороне. Или вы уже как бы отказываетесь от того, что делаете? Ну, в магазине я, допустим, отовариваюсь, да, вот я зашел в Титан, построенный там, ну, его же не спонсор ВТБ.
Все, вот я, у меня карта вот была, да, ну такая Сбербанка. Я туда немного кинул рублей, они сконвертировались в доллар, да. Я пошел на кассу и спокойно купил. Ну вот они как бы сконвертировались в рубли уже на кассе. Значит, никаких проблем не было. Просто это было, когда я сам положил, ну, понимаете, да, через эквайринговый терминал. А когда испытали уже такую вещь, как, ну, перекидывание денег, да, с мобильного на мобильный, уже не сработало. Вот тут я и хочу разобраться и положить конец, ну, вот этой деятельности, да, черной, теневой или еще какой-то, как называете его, да. И сейчас, ну, средства фиксации все включено. Я, к сожалению, вообще понять не могу. Я ваших словах вообще... Ну, вы потому что меня почему-то сами загрузили, вот будто бы я теперь вам должен ответить, переводится там или не переводится. Просто вы изначально пришли, сказали, что вам нужна такая карта девалютная. Я сходила, уточнила, я говорю, что это такая информация у нас поступила только в пятницу. Да, я сходила, уточнила начальник. Все, ну я все выяснили, вы мне сказали, что у нас только SWIFT. Я говорю, я согласен. Вы самое интересное, вы скажите мне, вы куда хотите, в какую страну хотите отправить? Я отправить? У меня нет денег. Это вот мне, ну если отправят, чтобы деньги поступали, я хочу проверить карту. Ну вот я как бы куплю кому-то, вот из ваших сотрудников. Я вам говорю про счет, текущий банковский счет. Это получается, это не карта. Фактически это карта не будет, это просто будет счет. До этого же я как-то карту получал, почему сейчас только счет? Только счет, текущий банковский счет. Карты такой, к сожалению, у нас нету. Еще раз вам говорю, и валютной нет у нас карты. Я могу вам открыть счет ФБС, получается, зависимости. Допустим, если вот клиенты приходят, хотят в Японию отправить, да, мы отправляем в Японию счет. Открываем клиент, допустим, да? По какому коду работаете? Юанях, по какому коду работаете? По какому коду работаете? 643 или 810? 810. Ну ладно, а что тогда делать-то, в общем? Какой банк посоветуете? Если уже вы тут даже уже сами говорите, что мы не можем это. Ну, как говорится, это не наши полномочия. Не могу вам сказать. По поводу других банков, не могу вам сказать ничего. Вам нужно будет тогда сходить и проконсультироваться в других банках. Потому что по поводу других банков я, к сожалению, не знаю, что у них. Хорошо, ладно, спасибо. Ой, не рассчитываю на такое, конечно, то, что у вас там какой-то счет.